Внимание, жители Астаны! Сейчас мы находимся в конгресс-центре, где проходит выставка по конкретней афганских 70 компаний. Тут продаются очень много разных изделий, начиная от ювелирных украшений, заканчивая такими соками. Пойдемте вместе окунемся в мир Афганистана. При поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в столице впервые состоялась выставка афганских товаров. Участвовали порядка 70 компаний из Афганистана. По большей части эта страна славится своими персидскими коврами, поэтому люди с заполненным багажом ковров уходили обновлять мебель. The sequence is going very well. It's the second day today, and there are many visitors, and they are looking for Afghan products, which we are exhibiting here. Getting around with this business since 15 years now. These are all handmade sheep wool. These are all natural colors. It is made in months. It takes months for two or three people to make it. В первую очередь я хотела посмотреть ковры, как раз таки афганские, очень славятся. И посмотреть вообще, что у них тут есть, драгоценные камни, серебро, сухофрукты. В принципе, выставка стоит для первого раза, мне кажется, она такая немножко небольшая, но что интересно. Смотрела украшения на серебряные, там различные вот камешки посмотрела, примерила. А некоторые прям вообще очень сильно понравились мне. И видно, что все ручная работа, что такое такое самобытное, интересное. Мне понравилось. Вообще, самый вот культовый номер один топ в продаже – это ковры, афганские ковры, потому что реально очень красиво сделано. С вами был Вайги Ньюс. До скорой встречи!